Сейчас строители разрабатывают котлован для обустройства подпорной стены. Она необходима из-за непростого рельефа местности. В разгаре первый этап строительства поликлиники в селе Ромашково. Мы осуществляем работы по устройству монолитного каркаса здания, работы по устройству подпорных железобетонных стен. Также осуществляется вынос инженерных коммуникаций с пятна застройки. На объекте трудятся 25 человек, 20 рабочих и 5 инженерно-технических работников. Импортные стройматериалы заменили отечественными. Последние по качеству не уступают зарубежным аналогам. Есть некоторые строительные материалы, на которые санкции повлияли. Они заменяются аналогами наших отечественных производителей. На данный момент задержки в поставке материалов, оборудования, необходимого для строительства, нету. Работы на объекте идут по графику. По плану строительство поликлиники в Ромашкове завершится во втором квартале 2023 года. Медучреждение рассчитано на 350 посещений в смену. Прием будут вести не только терапевты и педиатры, но и узкие специалисты. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».